На радость пешеходам в Твери на проспекте Победы наконец-то отремонтировали долгожданные тротуары. А значит, самое время пройтись по пешеходной зоне и посмотреть на нее не глазами строителя или городского чиновника, а взглядом рядового горожанина. И тут уже не все так гладко, причем в прямом смысле. Почему тверичане высказывают нарекания к качеству проделанных работ, расскажем в нашем сюжете. Проспект Победы – одна из центральных и ключевых дорожных артерий Твери. Здесь всегда оживленное движение не только машин, но и пешеходов. В 2023 году горожане дождались-таки полноценного ремонта тротуаров. Их подняли на уровень зеленой зоны, что должно было помочь избавиться от давней проблемы. Осенью и весной их часто затапливало. Вдобавок здесь установили ливневки. Мы решили пройти по проспекту Победы от площади Терешковой вместе с местным жителем Сергеем Ивановичем. Сделано все на первый взгляд красиво и качественно, но есть одно «но». Сейчас очень легко различить переход с нового покрытия на старое. Как только заканчивается тротуар, начинается старый асфальт, который вдобавок еще и сняли. А между ними выбоины и шероховатости. Сделано не все до конца, потому что по тротуару идешь, а с тротуара на тротуар прыгаешь. Сделали тротуары идеально, то есть выше газонов, как положено, а все остальное, ну... Здесь не то, что пройти, но и проехать, возможно, с трудом. Сергей Иванович рассказывает, несмотря на свой почтенный возраст, ему порой приходится помогать мамам с колясками, которым тут просто-напросто не проехать. Трудно пройти здесь и пожилым людям. В администрации Твери рассказали, что подрядчик работы доведет до конца и изъяны на дорогах ликвидирует. Сейчас идет закупка асфальта. И при благоприятных погодных условиях асфальтовое покрытие приведут в порядок. Завершить ремонт планируется в этом году. К сожалению, это придется сделать поздней осенью, когда строительные работы вести сложнее, чем в теплое время года. Еще одна проблемная территория находится в Пролетарском районе. На улице Большевиков тротуаров нет вовсе. По обеим сторонам дороги стоят припаркованные автомобили. Как вы видите, поток машин здесь очень высокий, а людям приходится ходить прямо по краю дороги. Появятся ли тротуары на Большевиков? Как будет обеспечена безопасность пешеходов в зимний период, когда по обочинам дорог появятся снежные отвалы? Чтобы получить ответ на эти вопросы, мы направили запрос в администрацию города, и об этом расскажем в следующих наших выпусках.